О, нет, затягивает, затягивает торнадо. Это почему? Только что, ну все хорошо. Так, выбирают, блин, Ева. Я даже не знаю. Скорее. Давайте тропика, тропика. Ты еле-еле успела. Столько нервничаю, что я скрючила ногу вот так вот с топусом. Привет, крошки, и у нас тут уже, видимо, начинается раунд, только закончился. Мы пришли в Торнадо-аллею. Будем сегодня выживать в разных ситуациях, но везде, насколько я помню, будет торнадо. Давно в неё не играли, только 4 человека выжило, прикиньте. Ага. Так, голосуем за карту. Все хотят жесткий уровень сложности. Да ладно, я ну давайте. Я проголосовала, давайте. Не знаю. А, да? А, да. А, ну ладно. Давайте попробуем. Я центральную нажал. Да. Ну ладно. Ну как бы тут... Ну просто она легкая, я подумал. Я все равно думаю, наши голоса никак бы не повлияли на это все. Ну у нас четверо, вполне могли бы выбрать другую, возможно. Ну вообще да. Если вы втроем за правую, то в общем... Ну в общем без разницы, посмотрим на сложный. Ой, начинать, конечно, со сложного сложно. Да. Так, не забывайте, что нам нужно найти еще ключ, если повезет, и мы можем забежать в подземелье, убежище какое-то, вот, и там спастись. А на этой карте попробую замораживающий. Ой, у меня уточки. А где прикольчики? Где прикольчики искать, ребят? Кто-то знает? Прикольчики в домах надо искать. Ага. Так, в воде точно нет. Я решил в воде посмотреть. Не знаю зачем, но просто вот захотелось мне. Кто меня осудит? Никто. Ну да. Ну вообще, в принципе, логично. Так, кто-то нашел огнетушителя, а кто-то нашел биту. Летучую мышь нашли. Это бита, да. А что по прогнозику, ребят? Как там погода? Пока что 23 градуса по Фаренгейту. А сколько это в наших? Это мало. Блин, я застряла. О, уже 4. Так, все плохо. Кажется, пора прятаться. Холодает. Да. А куда мы будем прятаться? Я-то спряталась, но тут нет ничего хорошего. Да, тут вообще прям... Я вообще прям... на крыше здания. Ой, это, по-моему, это плохая идея. Ребят, я ногу сломала. А как? Неминуемая катастрофа. Торнадо. Так, А торнадо — это воздух? Да, это воздух. Очень быстрый, я бы сказала. А, это цунами. И еще замораживает на минуточку. А, да? Ага, ну что, я тогда с крыши уползаю. Вроде... Я умерла. Что? Да ладно, вот так тут просто. Нельзя прыгать, я же сказала, что я ногу сломала. Ребят, да, я... Да я думала, что я зацеплюсь за лестницу, но у меня не получилось. Блин, а я катер угнала. Да? Нормально. Да, я что-то села, а он такой, ну давай, поехали. Я думаю, ну давай. Гонщик. Так, а может я это... Ой, ребята, ой, зря я здесь, ой, затягивает, беги, не могу, я все, по-моему, я затяну. Ледяные колючки, о, нет, я парализована тоже. Угу. Череп разбит. О, так мы рядом с тобой. Да, мы вместе умираем. Да. Угиб, Йоши угиб, Алана встретила их. К сожалению, не выжил, у меня было написано. Ну, всех по-разному, честно говоря, но это забавно, конечно, звучит все время. Так, Ульяна, ты где-то лежишь или ты все укусила пыль кого-то? Не, я уже парализована. А, так, Ульяна, если ты на карте, то я могу тебя спасти. А, ну я уже не уверена, уже... что я на карте. Потому что я себя не вижу. А, короче, я не знаю. А где ты была, по крайней мере, хотя бы вот? Я была на высотке. Ребят, а меня вернули бесплатно. О, нет, затягивает торнадо. Это почему? Только что, ну все хорошо было. О, Ева, я тебя видела. Я парализована. Я тоже. А вы когда парализованы... А, блин, ну ладно. А, я могу нажать на... помогите. Да, вот, помогите. Вы когда парализованы, вы можете попросить помощи, но я уже не могу. Так, могу войти, но мне не засчитают победу. Но, в принципе, ничего страшного. Можно еще несколько раз пробовать умереть. Вот. По крайней мере, это весело, и можно найти ключ, например. Да, вот, я тоже хочу найти ключ. И, в принципе, попробовать спасти всех остальных. Но насчет того, что вот вы упали и парализованы, вас... Блин, я ногу сломала. Зачем я прыгала так высоко? А меня кто-то поднял на руки. Парень спас. Да, и меня тоже. Вас могут унести куда-нибудь, но только вы уже не управляете ничем, к сожалению. Пусть несет. Забавно. Пусть несет. Капец. А у меня нога не починится, я правильно понимаю? Все очень плохо. Меня под елочку положили. Ты подарочек новогодний.
Возможно. А тут со мной парень ходит. Знаете, это очень похоже на то, когда вас укусил варан, и он ходит и ждет, пока вы там это... Тавокнетесь. Это было очень похоже, только он меня не ронял. А, тут еще полгорода. Ну, я думаю, мы никогда бы не нашли просто ключ. Вот. И еще, тем более, надо еще этот бункер найти. Дверь. 7 выживших? Да как? Да как? Кто они такие? Я не да, сидели. Вот. А почему Ульяна? Не показывают? А мне не показывают. Да, меня спасли, да. А, точно. Так. Ой-ой-ой, Ульяна, Ульяна, беги. Боже мой. Кажется, нам не сюда. Почему так. Мы опять в то же самое попали? Вот да, вот у меня ой, очень ой, сейчас будут минус ноги. Ой, минус ноги. Ой, минус голова сейчас будет. Замораживающее ядро. Да, парализованное, конечно. О, в смысле? Я думала, это безопасная штуковина. Это не безопасно. Нет, наоборот, это очень опасное. Что тут с елкой посушилось? Я думала, это только торнадо, оказывается, нет. О, боже мой, что? Чего? Блин, а за что? Так нечестно. А, что там, блин, как там? А, нет, 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 пожалуйста, я жить хочу. У меня есть лодка, кого забрать? Я что, еще жива? Ребят, меня затянуло торнадо, но я осталась жива. У меня половина жизни, даже больше половины жизни. Это круто. О, я огнетушитель нашла. Но это, наверное, уже поздно. Так, тут вроде время как закончилось, но все еще живут. Слушайте, а может быть сейчас будет второй раунд? Это так бывает иногда, помните? Да, кстати, бывает. Так, шторм рассеялся, 30 по Фаренгейту, не знаю, наверное, это холодно. Так, надо тут кому-то помочь. Блин, а как вас много? Чего же вы все попадали-то? Я не могу столько человек взять и помочь им. Так, а как тебе помочь? Вот так? А, ну, я же не помогла. Ладно. Так, смотрите, так, есть... Так, кислотный дождь. О-о-о, это где? Ну, будет кислотный дождь. А, кислотный дождь. Так, выбирают... Блин, я даже не знаю. Скорее. Давайте тропика, тропика. Ты еле-еле успела. Слушайте, а в хорошую погоду тут наверняка прикольно. Да, тут очень классно. Ну и да, кажется... облака такие красивые. Да, мы были на этой карте. Слушайте, по-моему, в каком-то домике должна быть ключ-карта, хотел сказать. Должен быть ключ. Этот ну, золотой. Это в любом случае. Только каком? Ну, мне повезло в прошлый раз. Я сразу же на него наткнулась. А тут не повезло, ладно. Кафешки пусто, ребята. А, тут мы ребята. Его сразу увидим, да? Или... Да, да, он золотой такой, прям видно. Вот, кстати, сам бункер, вот за этими домами, где мы рядышком появились. Mm-hmm. То есть идти далеко не надо, если вы рядом. Блин, еще же не попрыгаешь сверху никак. Да, это очень... О, Ёши нашел огнетушитель. Агась. А кто-то скажет, зачем здесь вообще бита? А, добиваться от торнадо. А, понял. Только такое могу придумать. Интересно. Иногда торнадо бывает из зомби. А я нашла подвал. Подвал, это считается как бункер? Ну вот это... Неплохо, кстати. Неизвестно, неминуемо. Сейчас проверим. Я спряталась под лестницей. А что, если залезть в этот, в вулкан? Интересная идейка. Кстати, в какой-то раз мне попался ключ под водой. Ага, это не очень облегчает нашу ситуацию, если честно. Блин, а там торнадо! Так, может тут... Ой, тут бита. Ну ладно, возьму хоть что-нибудь. Чего? Какое-то проклятие? Нам же обещали дождь. Клетки как птицы. Это типа я в доме, значит, я это... Кто? Я утка. У меня же не зря тут эти уточки вокруг меня летают. Да почему именно мой дом? Почему я? А нет, нормально. Слушайте, под лестницей вроде неплохо. Капец, я приплыла в затопленный дом. Это вообще жесть какая-то. Ну, это бунгало, которые вот там тут на воде. Ой, я думаю, если бы кто-то нашел уже ключ, то мы бы знали, но никто не нашел, кажется, ключ. А бы кто-то угиб. Угиб, да. Я сейчас вспоминаю, как мы с Ланой тоже как-то пытались выжить в этой игре и просто держались под камнями в воде. Да. И это было, кстати, очень эффективно. Ага. Слушайте, а вот в подвале вообще, по-моему, отлично выживается. Не знаю, что вы все сюда не пришли. Серьезно? А я в подвале, только в другом. О, ничего себе. А я все еще бегаю, ищу ключ, и торнадо зачем-то идет за мной. Так это плохо. Зачем я сейчас... Я, короче, настолько нервничаю, что я скрючила ногу вот так вот с топусом. Я сижу просто и напрягаю ее зачем-то. Я стараюсь убежать быстрее, хотя я сижу.
Так, ладно, я зашла в дом, зашла в подвал. Интересно, что... О, ты, это мой подвал. Ага, так, отлично. Я зачем-то... Ты зачем мне лестницу сломала? Это не я, я упала с нее, и она сломалась сама. Понятно. Тяжелая настолько. Я там прекрасно стояла себе под лестницей. Я тебе по голове, наверное, ударила. Да, так и было. Ладно, я попробую выйти и... Не попробую, не получится, да? Ну ты выходи, а у меня проклятие, я прыгать не могу. Серьезно? Да. Капец, это тебя задело как-то или тебе просто сразу его автоматом дали? Просто написали. Что? А, это не конец. Ребят, так мы ж выжили. Это не конец, видимо. Это только начало. Возвращайся в подвал. Так, подожди, нет, мне нужно ключ найти, я не хочу. Там же кислотный дождь, он тебя убьет. Блин, а... Ладно, иду. А где выход? А, вот. Точнее, вход. Я не помещаюсь. А, нет. Где? А, вот. Капец, ничего не видно вообще. Здорово. А, стоп. Это не тот подвал. А как? Нормальный, правильный подвал. Короче, я тут это как-то обошла и зашла в другой дом. Так, ну чё, а как вообще? Все живы? У всех все хорошо? Я вроде, да, я тут... В углу стою. Я вот тоже. У меня как наказано. Дом потек. Дом потек. Да. Интересно. Это... А еще я все еще не могу прыгать. Блин, это капец как грустно. Ой, тут что-то падает. Все очень медленно, но падает. Ёши, тебе плохо. Мне плохо. Я что? А что это такое зеленое? Это не дождь. Не смог выжить. Я все, Ева, извини. Не смог выжить. Мне написали, к сожалению, не выжил, да. Ой, а я, кажется, тоже немножечко медлен, но помираю. Так, а... О? Я выжила. Серьезно? Все. Знаете, так быстро заканчивается, это очень странно выглядит. В общем, даже я бы сказала, подозрительно. А там лучше когда-нибудь станет, а то я сейчас помру до начала. Ева, оно что-то наоборот хуже становится. Да нет, вон аж 68 градусов. А у меня тут все кислотное. Вот у меня тоже, я стою в уголке, так еле-еле держусь. А, тут уже это... Тут от дома ничего не осталось. 3 погибло, а 15 выжило от кислотного дождя. И... О, это точно конец. Я выжила. Слушайте, ну, я, похоже, тоже. А, Ева, да. Смотри, Ульяна и Ёша тоже выжили. А как, если они погибли? Да. Я не знаю, у меня вообще как-то... Я открыла магазин, открыла инвентарь, оно не закрывается. Я хотела что-то сделать, но, видимо, ничего не могу. 2 hours later. Ну что ж, ребят, видимо, у меня торнадо реально в жизни как-то появилась, у меня не грузится Roblox, меня, похоже, выкинуло, вот, и на этом, наверное, будем заканчивать, потому что нам не удалось найти тот волшебный золотой ключ, который нас спасет, вот, и, да. Ну, а вам большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии, всем пока! 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 Пока!